В Украине разбился автобус с белорусами. Авария произошла рано утром в Николаевской области. На трассе столкнулся микроавтобус и грузовой кран. 6 наших граждан пострадали. 1 человек в тяжелом состоянии. Судьба еще одного пассажира микроавтобуса неизвестна. Вероятно, он уехал с места ДТП. Водитель грузового крана не пострадал. Министр здравоохранения Беларуси держит на личном контроле ситуацию с нашими гражданами, пострадавшими в ДТП. Сейчас с ними работают украинские медики. К слову, это уже не первое крупное ДТП с белорусами в Николаевской области за последнее время. В июле маршрутка врезалась в грузовик. 5 человек тогда погибли.